in Ukraine, you've described Russia itself a couple of times as orthodox. That's central to your understanding of Russia. You said you're orthodox. What does that mean for you? You're a Christian leader by your own description. So what effect does that have on you? You know, hell no. As I already mentioned, in 988, Prince Vladimir himself was baptized following the example of his grandmother, Princess Olga. And then he baptized his squad. Да, вопрос был, ты православный или нет, блин, как-то заебался своей хуй. 2 миллиона лет назад динозавр насрал в ручей. Теперь там Макеевка, как ты задрал, тебя спросили, ты в Иисуса веришь или нет? Манки, блин. Дай манки, блин. And then, gradually, over the course of several years, he baptized all the Rus'. It was a lengthy process, from pagans to Christians. It took many years. But in the end, this orthodoxy, Eastern Christianity, deeply rooted itself in the consciousness of the Russian people. Так он же не может признаться, что принял ислам, бабки сраки не оценят. Хочешь анекдот? Приходит дед с внуком в зоопарк. Внук видит льва и спрашивает деда, кто... Кормят львов, Донбасс кормят львов. Потом деда расстреляли нацисты. Ты помнишь, как был мем «принял ислам», значило, что умер. Вот недавно писали, что Путин принял ислам. Я думал, такая отсылка оказалась серьезной, пишут. Ислам, иудаизм и джудаизм, я что-то не понял. Не, он буддизм сказал. Буддизм, ислам, иудаизм. Agent 47, $1. По сути, это не интервью, а просто форс ФСБшных тейков. Да ну нахуй, правда что ли? Там Илон Муск усирается, что Такер гений, и это охуенное интервью. А вот у диктатора Зеленского такого взять не могут. Кстати, а вы знали, что у Путина скоро выборы? А вот у диктатора Зеленского нет. Знаем.